Я, говорит, ревью. Грэд. Ревью. Бон. Джеймс Бонд. В великом обзоре. Не время умирать. Год 2021. И режиссер Кэрри Дзёдзи Фуканага. А этот мужик умеет, могёт делать фильмы. Браво, хорошо получилось, молодец. А в бюджет 250 миллионов бакинских сборов США на 71-602-140 миллионов сборов в мире 330. Вау, 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 а зрителей у нас в Россиюшке 964 тысячи. Да это же... Так мы это любим. Любим всех этих... Бондов. Агентов секретных. Не, ну если вы понимаете, о чем я. Сборы в России на 5 миллионов. Вау, премьера состоялась вот буквально совсем-совсем недавно, 7 октября 2021 года. Ну а в мире 28 сентября 2021 года, конечно же... Ну что, на 7,3 на Кинопоиске. А мы поставим тоже 7. Неплохо, неплохо, но... И свои косяки, конечно, феминизация, ну какой... Ну какой нахер? Бонд-баба. Черная баба Джеймса Бонда. Какой агент черная... Но как сыграл все-таки Рами Малек? Не, ну вы же знаете его, ну мистер Робот. Ему злодей, ну вот просто великолепно идет. Ну, конечно же, не обошлось без сексапильных красоток. Даниэл Крейг, Рами Малек, Лиа Сейдо. Дикая девка. Лошана Линч. Чуть лошара не прочитал, но нет, Лошана Линч. Бен Уишоу. Наоми Харрис. Билли Магнусен. Ну, в общем, их было тут много, конечно. А сколько еще предстоит пересмотреть Бондов. С великолепным. Царство небесное. Нашему любимому Коннери. Какие были фильмы. Конечно же, я не все посмотрел, но вот Доктор Ноу есть на обзоре. Посмотрите, ребятки, и посмотрите. Итак, что же у нас здесь интересного? Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Ямайка. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из СРУ. С просьбой о помощи. Как обычно, миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием. Ну что, 7 баллов, смотреть можно. Красиво, легко, непринужденно, 2 часа 43 сказки, но красивой сказки. Срочно в кинотеатр. Прям вот срочно. Ну, Кока-Кола, попкорн и легкое настроение. Вам обеспечены шикарное настроение. Не время умирать. Год 2021. Это все тот же Бонд 007. На этот раз без феминизма не пошлось. Лайки, дизлайки, подписка. A welcome back.